Бери шторма фармящего. Да, бля, там надо потеть на шторме. Надо все рассчитывать. Хватит маны, не хватит маны. Солринги прожимать. Ух ты, блядь, ух ты, нахуй. И поэтому я играю на скелете, там одна кнопка, как бы, главное в крипа не дать, все, в принципе. Я помню, как ты, блядь, не давал в крипа. Блядь, слушай, я думаю, у тебя за твои игры 700 на таракане было такое, что стан в крипа это... Бля... Все свои... О, Рубик, автолос подъехал, пацану. Но это не проебывается уже, мне кажется. Только если у нас сейчас... Смотри, он сейчас будет Рубик в панде бегать всю жизнь. Бывает. Ну хотя да. Давай возьмем тогда еще Энигму, там, кто еще, Тайдуху. Какую-нибудь фармящую Лину, чтобы он еще палец бахнул сразу. Ну я думаю, если в Рубика прилетит палец от фармящей Лины, он уже ничего не бахнет. Так и зачем в Рубика давать палец? Ну что брать-то, блядь, я как бы... Я сейчас СК возьму, походу. Иди в пизду. Да нормально, не очкуй. Ты кончен, вот... Это все. Во, давно сейчас не... придет сайленсер и разъебет меня просто в соленого. А ты скажешь, типа, это ты его вызвал, да, своим пиком? Ну, блядь, что-то вы напикали, да, тут один Гримастер, а другой Сенкинг. Ну, а чё никто не пикает, блин? Один разок уже голду проебали. А мы, кстати, вывезли или её, или чё? Да, наверное, Джиггернауте вывез. Вывез, блядь. 18-2 сыграл. Чё ты выебаешься? Ну, блядь, Никс-то у нас такой посредственный был, конечно, в миду. Бля, я не хочу, не знаю, пик из чего-нибудь. Алло, пик, плиз. Заебись, вдвоем постоите. Наугад, он ее оставил. Отдашь ему маленький один слайд. Бля, у него туда по сларк заходил. Ну, блядь, на отводах похуярил, что делать. Пусть лес пиздует, я уж отдам. Просто три крипа вообще. Бля, вот, ну, если, конечно, мне тут раскастоваться, то это там будет... Ай, ласт пик. Ласт... И что он ласт пикать будет? Он... Ну, я не знаю, чем я пикать, просто... Ну, бля, похуй, на сларке надо хоть сыграть. Бля, на самом деле, взял бы скелет или мартру, никогда не проебывается. Бля, знаешь, сколько проебывается и на скелете, и на мартре? Ну, бля, мне кажется, у тебя винрейт побольше, чем на сларке, блядском. У меня на мартре ниже винрейт, чем на сларке. На ком? На мартре. Совсем, блядь, кривожопый, что ли, блядь. У нас 4 милишника, и тут, конечно, пизда. Так, а что у нас в харде будет? Что-то вообще поганое. Очень поганое. Ну, будет сайленсер по-любому и... Петух какой-нибудь, наверное. Мне кажется, у них 2-2-1 будет, скорее. Ну, чё, это, наверное, медовый петух, мне кажется, не? Ебать! Вот это подъехало. Подруга. Ну, бля, у нас сынкинки есть для этого. Да, типа. Да, это хорошо. Бля, я даже не знаю, что пикинг брать. Ладно, вот так вот как-нибудь. И кто у нас, блядь, будет все покупать? Лол, все убежали, ага. Орсатополик купила, я понял. Вот три капомика подъехала. Чё, на бешенка? А, не, щитком нормально, похуй. Зачем топорик-то, блядь? Блядь, типа, фармит, блядь, больше. Я понял. Я, блядь, конечно, в лес не беру топорик. Бля, бурдает, конечно, пушка. В какой-нибудь центре... Братан, блядь, я один саппорт, причем жадный. Ну, блядь, будешь вот собирать транквил и соуринг, вот эту всю хуйню. И... Ходи, не знаю, встань. Ходи, встань, блядь, заебись. Не, ну а чё Синг-Синг так играл? Вот чё орбу Веном прикупишь? Ну хуй с ним. Но, это I take, а он AFK стал, короче. Это медовый сайленсер, он фастботл себя хочет. У него так вообще нет. Там ещё, кстати, Рубик ещё. Эх, сейчас бы масочку купить в мид. Там уже бурда, наверное, нам расставила 1000 паутин. Если она сейчас отъедет, лол. Да пошла в пизду.
Стоило это руну, чтобы просесть на пол хп в миду. Вот он конченый. Он еще дальше пошел. Добей. Она сейчас отъедет, кстати, был. Да похуй. Бля, с бурдой сложно стоять, надо промуншил сразу брать. Конечно, пиздец, мы тут просели. Сейчас уже бурда проседится. Я от бурды просяду, точнее. Ты хоть щиточек ты взял? Да щиточек я взял, сейчас промуншил. Если хоть одного крипарика добью. Сейчас, когда на отводы приду, сделаем. Бля, с отводами нам такая пизда будет. Хотя да, ну блять, я не знаю, братан, что делать с этой брудой, мы ее не убьем никогда. Главное не умирать. Она меня просто идет и бьет. Ну, пассив брать. О, все, уже пауки пошли. А ты где есть-то? Я на меду замещал, она только что прилетела. Найс, ну и чё мне тут делать? Получай левел. Ну так уже пауков тонна, блять, алё. Ну вот, посмотри, ты видишь вообще это? Ты, надеюсь, шторм прокачал? Да-да-да. Ну, у меня второй уже. Я же на меду замещал. Сейчас бы заместить. Так, у нее есть реген у этой хуйни? Да, конечно. У нее фласка и все. У нее еще и сантричник есть. Пиздец какая-то, нахуй, сумасшедшая хуйня. Давай, вставай, на нахуй свою тучу, блядь. Хотя, как тут сразу идет? Опа, один приехал. Нет, не приехал даже. Я подбил одного. Ты подбил, да? Блять. Летчик, нахуй. А там еще паучки где-то раскладываются. Да конечно, она не будет. Братан, тебе лучше пиздовать в харду, нахуй, к брюмастеру. Я не знаю, я бы тут с ней в соло разобрался бы. А че, мне же надо как-то опыт получать? В лес бы, в лес иди. Сейчас схожу. Что это? Она еще, кстати, один сантришник куда-то вхуярила. Она один купил, наверное, просто. Нельзя, сантришник только обсервер можно. В смысле, сейчас можно же покупать? Ну, один только обсервер можно купить, сантришники по два покупают сразу. Ебать, крипарика не добил. Да похуй, надо медас, короче, делать и разъебывать, мне кажется, как-то так. Так вот будем. Опа, нахуй. Опа, два паучка. Опа, нахуй, четыре. Опа, пятый. Опа, шестой, это крипы уже. Я ничего не добил, блядь. Ну все, у меня промоншилд, если что, должно быть полегче. Относительно. Ну да, в какой-то мере вот так вот. Так она уже лес наш фармит, наверное. Yes. Я отводы сделаю на лавке пока там. Ну ты вроде пока не отъедешь от нее, я думаю. Ну, хуй знаю, вообще посмотрим. Ну, Сумолин подвезли. Помойки. Какой? И? Пиздец навалим. Просто ебал в рот. Ну смотри, что она делает. Че, она плюнет еще, братан, прыгай нахуй, ты че? Я не могу прыгнуть. Копай, копай, пожалуйста. Я, братан, нет. Ёпта, я думал, это ты. Братан, беги, там паучки еще. Нет, 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 нет. Ай, блядь, позор. Ну я не знаю, что мне тут делать, на самом деле. Может, братан, она на меня смотри, вхуярила. Ну, смотри обратно. Я поехал домой, блядь. Ну, короче, это лузыч у нас, потому что бурдалас пик, это просто пиздец. Ну да, она так подло сделала. Бля, нам бы сентри мы ее разъебем за стан и привязку, в принципе. Не знает. Всякое она уже четвертый, ну ладно. Я лучше досты куплю, сентри такая бесполезная хуйня, просто в нее убежит из ранджа и все. Бля, под достами она не убежит. Ну, блядь, хотя бы... Нет рейнджи какой-то определенный. Missing bottom! Так, там, блядь, брюмастер страдает, как пиздец. Ой, это фейсбутс уже у этого. У вертолета. Заебись, у меня места пога даже нет. Ну, я все, я тут... Я бы иду с достами, сейчас будем ее разъебывать. Но у меня мана уже нет разъебывать. Ну, на прыжок-то хватит с этой хуйней. 140. Я посчитал, хватит. Блять, пиздец, у нее пауков. Она медас делает. Может, ПТшечку? Не-не-не, медас. Так, она вот здесь, кстати. Посмотри, блять, это вообще законно. Чё она делает? Бля, сэр, братан, ты сможешь сейчас на неё? Блять,
пизда ебаная, а? Я ненавижу брут. Братан, давай ее. Ну куда? Где ты ее видишь? Вот, вот она, да, да, да. Ебать. Прыгай, 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 прыгай. Я прыгал уже. Бля, я промахнулся станом, я не видел. Заебись, наиграли, блядь. Ты тоже, блядь, хуй куда прыгнул, да? Так а чё, она мансует под таким спидом ее. Бля, что-то мы сейчас налососируем тут. Она, блядь, все копает. Что замедление это ебаное? Тебе дать там гусар или чё? Да походу мне она надо пизду дать. Братан, а нахуй ты туда пошёл? Ну а чё мне? Чё я, блядь, сделал? Я не знаю, куда мне идти. На бот идти, там трипла. 3-0 уже. Пошли в нём. Иди нахуй, так всё вытаскивается. Не, так мы не вытаскиваем. Это мы точно проебали. Вот 100% все. Говорю, там аквила уже. Сейчас у Бартена будет. Салисер тут с ДД ходит. Ты сделал что-то такое там? Нет, я не сделал, у меня 3 сигнал, блин. Алло, хлоу. Иди бей его, пожалуйста. Ой, блядь. Вот Салисер. На перерез, на перерезочку иду. Я тоже иду на перерезочку. Ай, иди нахуй. Только не вниз, блядь. Ах ты скотина, нахуй. Ты еще будешь прыгать? Нет, я уже не буду прыгать. О, он замедлился. Он сдох. Наш первый фраг. Ё, ебать. Смотри на это, что ли. Ну а чё? Чё, брат? Ну чё, всё. Понял. Нор... Давай, короче, её хуярить, если она будет в выгодной прям позиции куда-нибудь наглеть под тавр. Просто если так её ловить, мы будем разводиться. А как... Блять, я не знаю. Missing bottom! Missing bottom, кричит парень. So you say. Пошли, короче, я помогу тебе. Чего ты пойдешь? Фармить. Сейчас сдохнешь, как я. Как я. Ну, мне, конечно, нам нужно плюс один, чтобы ее убить. Мы что-то ну, посмотри, убили. Посмотри на это количество пауков, пиздец. Прыгай, точнее, включи. Ох, бля. Пацан, 800 голды прилетело. Ни одного не добил. Эх, сейчас бы 12 клипов за 8 минут добить. У меня 31. Чё-то пиздишь. Серьезно, 31. Ну, пауки там по 10 голды. Да. Гира 7. С базилом. Я сейчас тоже в 7 буду. Ну, видишь, так что все ровно керри идут. Бля, так у него фарма на 1000-2 больше, наверное. Да не, вряд ли на 2. Легион, вот этой подруги нихуя нет вообще. В миду. Чё, она сайленсер проебывает? Ну, no, Сайленсер хорошо против нее стоит. Так. Так, сейчас бы курьера забрать. Конечно, Блюмастер пикнул против трипла, это охуенный пик. Но он не знал же, он угадил. Пиздец, у нас два рандома, да? Да, братан, можно на нее прыгнуть? Прыгай. Нет, не все. Но она очень быстро бегает. Жить на гусете еще, да? Да у меня этот, ульта же. Блять, когда тебя паучки видят. Так, у меня сейчас ульта будет, можем ее забрать. Правда, надо просветить, чтобы она медленная была. Медленная. Yes, 0-3 харда. О, я здесь. Братан, иди сюда, иди сюда, беги. Я пожалуйста. Уже все. Давай, я в ульте бью ее. Ну, пошел в пизду, да. Короче. Короче, я сдох. Ульт. Ебать, ты дропишь. Нормально. Ты ДЦП. Гирюща доминатор уже. О, это good game. Да, блять, не ной. У нас СК, блять, и... Это... Где нахуй? Ну, короче, мидер. Мидер. Blade of Attacks на 10 купил, я понял, на нормальный мидер. Че это такое? Ну, это кусочек на фейзе. Короче, я пойду сейчас фармить лес. Стой там, не знаю, с ним как. Окей. Конечно, сейчас набахает тебе там в центре, остаешься. У него нет центрей. Ебать, просто что делать.
А у Журса еще есть. Да. Видишь, у нас еще Журса есть, блядь, это ныл. Ну, бля, против этого самого Гирища такой себе герой. Паучки умирают по пути, мимо тучки пока ходят. Че, я думаю, меда сделал, да? Уже тут все грустно мне. Без медаса будет совсем все плохо. Так хоть медас на 15 сделал. Ну чё там, как? Нормально, даггер вывез. А мог купить меку сразу. Пошел нахуй. Ну, вот ты руинишь, понимаешь? Ты просто... Не, серьезно, потому что ты... У нас так нет ни одного сада. У меня нет такой, блядь, маны, нахуй, чтобы еще, блядь, меку раздавать, там ульт кастовать и еще что-то. Мне придется еще и арканы тогда покупать. А... Короче, бред. Soul Ring? Нет, блядь, там вот это бежит. Нет, не бежит. Опа, паучки. Опа, опа, опа. Опа, опа. Братан, сейчас отъеду. У тебя штучки есть еще, да? Да, он, походу. Зачем ты заюзал ульту? Я иду, слышь. Давай. А, у тебя есть просвет на нее? Нет. Ну нахуй тогда ты мне нужен. Ну, она под тавром была вообще все это время. У меня, блядь, 8 сентри нахуй было за это время. У нее медас больше нихуя нет. Да, только она сейчас найдет меня тут. Что-то я ссусь. Бля, столько полков было. На самом деле у нас два клэпа, у нас тучка. А где нас Урса проебала? Этот Аегист. Я не знаю, они где-то дрались там. Нормально, кстати, проебал. Чуть никого не убили даже. Ничего, да, есть такое. Ты, братан, придешь наверх сейчас бруду забрать? Да, погнали. Я бегу. Бегу. Эх, сейчас бы не найти нихуя. Ну чё ты без дослов-то прилетел? А, я не знаю, я тупой. Заебись. Похуй, я с паучков, конечно, тут куша срываю вообще. Вот она тут где-то пауками фармит. Вот. Но у нас нет нихуя дослов. Эх, сейчас бы... Бля, ебать, тут пауков. Охуенно. Поднял. Чем и даст? Еще три, еще четыре. Бля... Надо был легион, конечно, просто... Но мы не знали этого стигма. Да я понимаю. Я уже десятый поднял на этих... Вот тут меня рубас что-то спиздил. Я почти медас. Так, еще рубас пришел. Да, у него этот самый, кстати. Там Дарпак. Еще синий, там еще скай. Бля, скайт будет сейчас какой уровень? Шестой. Я сейчас бомидас на 14. Ну ладно, похуй. Тут уже нет других вариантов. В принципе, в лайте бурда параша. Урса не параша, Сларк не параша. Это хуйня наполовину параша. Кто, Гирыч? Не-не-не, наша, мидер. Наша тоже, кстати, навали. Она мне тоже медас купила. Ебать, два медас. Ну вот это мы можем подъехать, кстати. Братан, тут сейчас нам нужно бруду, блять, как-то, ну, хоть отбить тавр, потому что сейчас пиздец будет. Ну так встань в тучку. Там центришники прям под тавром. О, у меня еще сало приехало. Пиздец просто, блять, вовремя. Заебись. Она глобал. Пиздец. Короче, мы отдаем тавр. Да у нас и мид, походу, отдаем. Там уже... Ебать. Откуда он так... Как он так фармит, блядь? Почему я так не фармил на Гирыча? Демонэйч на 14, что? Что это будет? В смысле? Это будет МКБ сразу. Типа там этого завезли. Пиво, да. Ну, теперь вышка упала, значит, будет фармить весь лес. Он два даггера купил. Сейчас плевка сдох. Смотри.
Братан, помоги. Ну, я бегу. Ебать, ну опять достов нет, ты вот ну, можешь? Блядь, ну у меня нет денег, нахуй. Я, блядь, один савр. Сейчас я убил пауков, нахуй, у меня получилось 200 голды. Ну чё он, 5-1, не понимаю. Она подошла на секунду, и у нас, блядь, сгорел таун. Про бруду он 5-1 говорит. Dominating. Double kill. Сырый мидер-то наш может. Да, блядь, крипов-то таких скаймага и сайленсера он может, а пацанов-то серьезных не может. Там тем более еще это помог. Где мидгейм? Купил дагер. Где, блядь, в бруде? В бруде? Давай я иду с достами сейчас. А на 15 уровень, алло, хеллоу. 15? У тебя ульты нет, как мы ее убьем-то? Ну, блядь, просветим, достанем. Сейчас смотри, паука. Оп! Бля, братан, куры, зачем? А, нормально. Ну, в итоге мы ее спугнули только, не спугнули. Давай, я с достанем пришел. Да, видите, в пизду. Беги, нахуй. Да как я за ней? Че я? Ну и че? Ты видишь, что она бежит, блядь, на 500? Блядь, как она меня доебала, это пизда. Она бежит на 522. Че ты ей скажешь? У него везде паутина. Её, сука, досты должны замедлять. Да как, они не должны замедлять, с чего ты взял? Ну, блядь, на них написано вообще-то. Замедление 20%. Ну, паутина дает, не знаю, сколько там. Опять лес фармим. Мы втроем лес фармим. Пошли бруду, блядь, 30 секунд, когда даст. Надо больше станов, понимаешь? То есть стан такой, нам нужен какой-то... У нас нет больше станов, хуй знает. Я только 11 поднял, она 15. Охуеть. Давай я повъебываюсь немного тут. У меня 16 секунд ульта, кстати. Он медасики хуячит. У меня Владимир, кстати. Да блять. Скажи мне, что у нее нету. Так, есть, короче, ульта. Надо ловить. Да, нужно. Опа, это что такое? Это я обоссался, что там Ларку забирает. Урсы тоже сейчас, у нас будет что? У нас будет 3 даггера в команде. 4 даггера в команде. Мега килл! Если она сейчас купит дизоль, будет, конечно, попроще, но вряд ли она купит дизоль. Ладно, там Урса вроде едет. Надо все помочь. Так, сейчас будет все помощь. О, там еще сзади. Так, он сейчас вышку пойдет. Алло, хеллоу, вышка. Братан, я тут убиваю. Давай на нее пошли, я с достами иду и с ультой. Она съебала сразу. Еще, блять, она не съебалась. Тут, кстати, у нее эсцентричник стоит. Блять, всех крипов забрал. Давай, братан. Ну еще я брей. Блять, куда ты, блять, летишь? Давай. Моё! Это я так это самое. Забайсил, короче. Типа я даун с ДЦП. Да пошел ты нахуй ты, блять, если ты попал бы, я бы остался жив. Бля, она быстро бегает, понимаешь? Я понимаю, нахуй. Ее не подцепить так сразу. Я пиздец, как все понимаю. Че, у меня еще лотарщик? Что-то мы, смотри, блять, мы не знаем, мы все вроде можем играть, а блять, все бегают. Кто что там, темпарка сама разносит двоих, там брюмастер что-то где-то раскладывается, урса там умирает, убивает. А наша линия падает, нахуй. Да, потому что у нас урса, то есть у нас бурда, так она сейчас пойдет, это вышка в любом случае. Героем КБ, ну бля, бывает, че. Ты говоришь, что ну, героем КБ, а все, вот будет конец. Гира 12, я тоже 12, что-то. Да, бурда 17. Ну, блять, бурда, она будет свою актуальность терять. Ну, чтоб у нас вышки не закончились с этой актуальностью. Тоже важно, согласен. Она опять там, блять, братан, у меня. Я же горит жопа.
Да что-то у меня тоже жопа горит от твоей игры. Ты будешь сюда? От моей игры у тебя горит? А я сейчас Лотар прилетит. Сейчас я точно попаду, как бы. Кстати, тут вар стоит у них. А там везде все стоит. Вряд ли она пойдет, мне кажется, в лесу где-то ее. Вот она тут. У меня еще ульта будет, досты есть. Ты главное идентифицируй ее. Вот она тут. Там плавки, иди, я здесь возьму, быстрее. Давай, прыгай, привяжи с миллиметра, блядь, пожалуйста, поток. Моё, блять. Чем говорит, иди Аегис возьми, зачем мне Аегис? Ну он, наверное, Темплар говорит. Зачем мне Аегис? Аутист. Пошли пропушим, блять, братан, эту линию. Это будет так полезно, чтобы она тут нахуй не. Да мы ее не пропушим, она сейчас пролетит обратно и. 40 секунд, 50 еще. У меня квилл даже нет, чем пушится. Видишь, наши пацаны там разбираются. Мы должны хоть какой-то вклад нести, мы тут одни. Я один здесь, блять. Чамана дам. Нахуй мне твоя мана. Я ж слаб. Давай этого хуя заберем, братан, прыгай. У меня такая параша. Ой, блять, иди нахуй, прыгун. Давай, давай. Братан, давай назад, у меня нет ничего, у меня сало. Пизда, я сейчас сдохну. Я не сдохну. Тауэр-то ломаем, нет? Не, я ушел. Можем их на развороте, на самом деле. А, тут трое уже. Там сейчас бруда еще подлетит, уебывай оттуда. Отлично, они еще не задонали три аутиста. Ай, блядь. Да ебал эта бруда, серьезно, нахуй, надо гейбу писать. Да. У нее тревела, кстати, еще. Мне тоже придется собирать тогда. Вместо гонима мог бы купить трола. Да, у меня уже готов. Опа, там пауканы подъехали. Так, что у нее? У нее есть 3 сантри, братан. Сейчас надо как-то кастовать будет у нее. Ну, ты можешь забайсить, я подойду. Иди ты нахуй. Не, ну чё, мы её нормально сейчас убиваем, когда у меня лотарчик подъехал. Ну иди свети лотаром. Я все уже пошел так, ебать. Ебать! Я ушел. Бля, братан, меня сбили каст. Тут сало еще. Пиздос, чё-то вообще. Ну, мы не задевим сейчас её. Я на Б пошел, у меня что-то по мане всё грустно. Ну а мы ее так теряли, там был ТХП, ХП. У нас этот парень играет без БКБ, ну ладно. Ничего, по вышкам даже у нас равенство. Ну а с бродой по-другому, блять, вроде у нас все нормально. Нам трон не ломает. Блин, как неудачно Сайленсер, блять, дал свою хуйню на тебя. Ну я вообще не знал, что он там, не видел, точнее. Я тоже, пока каст не сбили. Ебать, да иди ты нахуй. Давай, братан, давай, братан. Ну куда, куда давать, все сентри-то есть? Есть, конечно. Привяжи ты нахуй. Да ему я только что прыгал, упрыгивал от нее. Блять, только что упрыгивал. Сейчас будет, короче, подкоп, только прыгни, братан. Ебать. А, ебать. Вот это уже, это, братан, беги нахуй. Это я не убегу, походу. Это я не убегу. Оп, ты тут брю. Ну не, он ничего не сделает. Давай, давай. Бля, ну хуй, все, досты кончились. Купи тоже досты. Но у меня нет слотов, надо продать. Да иди ты в пизду уже, доебал ты меня. Пиздец вообще. Просто вот здесь вот ловит уже. Что это такое, на? Ладно, сейчас продам промуншилд, куплю. Досты. Не, промуншилд оставь, братан, против паучков это главное, блять, оружие. Ой, там, блядь, приехала наша пизда. А, она, хотя она с этим. А у меня тогда все равно не будет слотов, потому что я куплю БКБ. Продай стики, уж лучше, чем бурмаш. Не, стики тоже нужны. Потому что у меня 1100 хп. Стики нормально отхиливают. Блять, опять она там ошивается, блядь, доебала меня, скотина. Она не уйдет с линии, это же, блядь, что-то... Зая не смотрел, но вроде он так же. Он, кстати, почему через догон не играет, у нас такие вроде все, кроме Урсы, хилые.
В мелде. Ну это Рубик типа там сидит в мелде. Ну еще доступ-то нет, пацан. Бля, может гем уже здесь, да? Да не, они по нему просто топают, сейчас его ёбнут в итоге. Я бегу. Есть еще? Да, я кастую, братан, у нее не должно быть БКБ еще после того раза. Как же с паучков охуенно прилетает, а? На. Ну так это туповатая бруда, она слишком наглая. Бля, мне кажется, она уже 1000, наверное, отдала с этих пауков. Да блять, пиздец, я реально жалко, на ДБ нельзя посмотреть, сколько она пауков отдает. Че, надо походу заканчивать уже игру, там пацаны вообще тоже не чухают. Герыч на боте. Бля, может гем купить? Ты его проебешь сразу. Да, я тоже боюсь. Опа, нахуй проебал. А чё, уже миду там бахать? Ебать, Рубик 8 уровень. Это что это такое? Это нормально вообще? Я иду бахать. С БКБ. Там ракетка в кого-то встала. У тебя есть ТП-то, если чё? Я понял. Бля, нету, братан. Ну там вроде крипы далеко. Почему я дизоль нет? Надо пока. А, Егис уже пропал в этой хуйне. Так, у Гирыча нет до сих пор БКБ, блядь, идиот какой-то. У него МКБ есть. И нихуя себе вот это ульты. Че, надо ворваться, походу. Давай, я уже ворвался в Гирыч. Я еще кого-нибудь накопирую. Пока там бруда. Давай выломать сербер там. Уливайся. Я бегу. Она не успеет доломать. Сейчас мне такой уже прилетит, я еще не то это бью там все. Там сейчас по самому ходу нужен хелп небольшой. Да, мне летит это. А, блять, это не наш, блин, мастер, ты еба. Пизду. Отдала мой барак и съебать. Блять, не успел копировать ее. Ну чё, минус мид, пацанов. Блять, ещё такая тупая игра, я просто в ахуе с ну все, дизоль есть подруги, мы можем заканчивать сейчас игру. Можем и закончить. Так, там эта бруда, походу, приехала. Ну, в смысле, темпларка приехала. Я бегу на хосте. Бля, на хосте бегу. Есть даст ты что-нибудь? Да-да-да. Ну так давай ее бахать. Охуела? А есть еще досты? Да. Бачу, пацаны. Да блин, пропусти меня, ебаный дебил. Достал он нахуй. У Гирока это сборка ебанутая с МКБ, блять, забрал. Но он типа рассчитывал, что... Да он рассчитывал повыебываться, что я вон чё нахуй могу. Мне кажется, это совсем было лишним. Если бы он собрал бы какие-нибудь ебаные барабаны и БКБ, было бы куда полезней. Че-то ну Скаймак подъедет, не? Или он обоссался? Я вот, если честно, Сайленсера в игре видел раза полтора, как и Рубика. Рубик 10 уровень на 29 минусе, это нормально вообще? 10-й. Аркан едет. Сейчас бы Аркан заиметь. Идем к вам на захват, перехват.
Че там опять спиздил у этого брюмастера? Я что-то я думал, это наш, он кого-то гонит, я, короче, подошел, убил скаймага. Пошли бить товар, пока там они трэш делают все же. А, вот такой уже трэш подъехал. Братан, будем? Не? А он в штафе уехал. Сейчас тебе еще подъедет сюда. Вот охуел. Ой, да, блять, в трон улетел, нахуй, не упал. Пизду иди. Смотри, у них вроде бруда, а мы сплитпуш. Да у них вторая вышка уже упала. Давай гирс, давай гирс, братан. Я не полезу туда. Да похуй, полезу. Ну, блять, полезь, что я тебе скажу. Убили уже Гирыча. Олег, ты можешь поможешь? Да, блядь. Значит, Батяня пришел всех. Не, давай-ка без рубил всего. Нам бы как бы третью сторону сломать, чтобы уже без вариантов. Там Т2. И далеко все. А, ну крипы, в принципе. А, ну Т2 же, да. Хуем тебе по губе. Слышь, давай бруду. Давай бруду. Так, сейчас там БКБ подрубит подруга. Ой, блядь. А ты что, меня бросил? Да. Я-то конч. Ну, блядь, меня просветили, я бы уже ничего не сделал. Домаш. Что-то ульту не жмакнул свою. У меня КД была ульта. Yes. Блять, она паука, она сама здесь, пауками здесь. Да она, блядь, вообще какая-то... Ебак, лэп, нахуй. Сейчас у него все со стилю, смотри, нахуй. Было бы часа стились. 4300 купи что-нибудь уже. Да я сейчас соберу шиву. Хекс тут нахуй не нужен. Саннистер почитай гоним. Пойдемте вот так вот уже. Три два паучка стоят. Так, чем мне надо вот эту штуку купить 200 и 1200. А вот потому что Гира первый айтем МКБ. На самом деле тупость какая-то. Ну бывает. Я, кстати, замечал, когда такое жесткое доминирование начинает собирать там какие-нибудь мортры там, какие-нибудь, или там Дейдалусы на первых минутах, то это все к хуйне приводит. Ну, не почему. Че, не зря медасик-то собрал. Не, ну вроде это сложно, конечно, такое вывести, когда остальные 1-7, 2-5. Ну, братан, ну мы проебали бруди 1-5, а в итоге. Да, на ей надо было какой-нибудь догон собирать, чтобы просто тебя сразу бахать и все. Нет, не будем. Рубика и Ул, кстати. Че, вы идете сюда или че? Там я вам бруду нашел. Бруду нашел. Давай, покажи, чем мы. Давай, посмотри, просто что это такое вообще. Она на меня сыт уже обоссалась. Скади увидела, все поняла. Братан, будем бруду? Ну блин, да, у тебя есть гем? Пиздец, купю же. Ебать, это что это такое нахуй? Копай, ну копай его, пожалуйста. Братан, ты видишь рейндж вообще, нет? Сейчас вообще его бахну. Пошел нахуй. Раз. Вот труба стоит. Да вот он, блядь. Иди спасай там эту нашу в засаде. Спасай всех. А где она? А, она в БКБ. Ну все, Батяня уже не прощает. Давай трон уже. Батьки подгона царский сыр говорит на. Не знаю, конечно, сложно такое принимать. У тебя бруда полнит. Сибаса, чё? ГГ ОП. ГГ.
Бля, что-то меня все заебало. Я не знаю, с таким пиком мы должны были просто уже минуте на 15-й отъехать. Да, что-то. Но агиты пассивные были вот эти, которые отключились. Джон Леннон, друг. Ой, что, они в стаке были? Не, без стака даже. Блять, дота сломалась. Все, пизда. Че дота сломалась? Не знаю, у меня черный экран.